What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Yoda 2 ticket. Buy the new Starletta ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Так, ну что же, возвращаемся мы обратно на трансляцию. С вами по-прежнему Донбасс, с вами StarLadder TV. Продолжаем следить за матчами про Сирии. Ну и влетаем мы на европейский дивизион. Ну и встречаются такие команды, как BBC или же Balkan Bears Corleone против команды FVT или же Friendly Winning Team, если же я не ошибаюсь. Да, видимо, так оно и есть. Ну и... Best of 1, как всегда, будет у нас каточка. По системе Robin Round играют у нас команды в европейском регионе, в принципе, как и в СНГ. То есть, каждый играет с каждым. Ну и 120 матчей нас ожидает в 11 сезоне от СНГ и от Европы. Поэтому это у нас шестой игровой день. Ну и давайте посмотрим, что и... Что он принесет у нас в Европе. В СНГ очень знатно сыграли команды. Очень мне все понравилось. Ну и что же, переходим к Европе, ну и посмотрим, как тут обстоят дела. Ну что же, BBC начинает у нас за сторону Dire. Погермак, Тайтхантер и Дизраптор имеются уже в пике. Что же касается команды FVT, видим Эйш Топорышина, Вич Доктора, Бэтрайдера и Инвокера. От них, ну и по банам, минус Брюмастер, Разор, Скайрас, Мэдж и Мипа от команды ФВТ, ну и BBC забанили у нас Death Profit, Чакира, Фейслес, Войда и Клакверка. Ну что же, четвертый пик от команды BBC, давайте посмотрим, что это будет. И как это будет все у нас происходить, тоже это самое главное. Спектра взлетает у нас для команды BBC. Очень даже интересно. Ну, спектру от команды BBC я что-то не наблюдал, как они вообще катают. Ну, катает за них один стендин. Об этом я узнал как раз перед матчем. Нет у нас Solitude. Ну, посмотрим, как со стендином сыграют. В принципе, как я понял, не очень хорошо обстоят дела в команде, у команды BBC. Ну что ж, минус Вайпер от команды ФВТ. Ну и последний бан от команды BBC. Должны они забанить какого-то мейн-кир-героя, которого не хватает для команды ФВТ. Ну, имеется у них инвокер на мидлейн, Бэтрайдер в оффлейн пойдет у нас. Ну, и Эш Топорышин плюс Вич Доктор. Два очень агрессивных саппорта, которые могут очень даже неплохо развалять кому-то голову. Поэтому что-то нужно серьезное забанить здесь. Ну, отличный пик сюда входит, мне кажется, Дроу Рейнджер, которая дает очень большой буст по атаке всем героям. Ну, давайте посмотрим, что это будет. Но опять же, нужно что-то не очень тонкое. Потому что это тонкое может быть, конечно же, таверне. Минус Ларк. Команды BBC последним баном его забанили. Ну и что же, ФВТ выберут, мне очень интересно.
Ну, есть у них еще минута. Поэтому могут еще подумать, могут, конечно же, прикинуть, что им делать по игре. То есть много-много чего интересного можно там придумать. Что касается по европейским матчам на сегодня, то нас ожидают следующие матчи. Как видим, BBC против команды ФВТ играют сейчас. Далее нас ждет Aftershock Gaming против команды Бесправье из Польши. Очень интересный матч, мне кажется, должен получиться. Ну и третий матч — это команда Northern Lions против команды Эйфория, которая тоже из Польши. Ну, мне кажется, тоже очень достаточно интересный матч должен получиться. В принципе, поляки очень интересно играют. Ну, должны интересно играть, потому что, ну, любят они это дело. Поэтому, особенно когда идет дерби какой-то, поляки против поляков, это вообще просто заглядение. Ладно, Amber Spirit у нас залетает в пик, пятым пиком для команды ФВТ. Ну и Амбер будет у нас в роли мейн-керри. И ожидаем от BBC последний ихний бан. В принципе, есть мейн-керри, есть офлейнер, не хватает еще на мидл-лейн для В3-3 кого-то. Или же, ну да, для В3-3, я думаю, ликантроп какой-то отлично туда будет залетать, и как раз он и залетит. Или нет? А ну-ка. Ну, вангу ликантропа для В3-3, потому что недавно он, кстати говоря, играл на нем. Если бы не вспомнить, где он играл на нем, было бы супер просто, но что-то у меня провал какой-то в памяти. А, на чемпионате мира вроде он играл против китайцев. Вроде бы такое было у нас дело. И это была еще первая игра. Так, ну и ДК залетает для команды BBC. Ой-ой-ой-ой. Вот этого я не видел еще в исполнении команды BBC, но... ну, видим точно, что команда BBC полностью изменила свои пики по сравнению с тем сезоном. Ну, кардинально, я бы сказал. Потому что помнили мы BBC очень агрессивными, очень какими-то... Ну, как сказать бы... Ну, ребята, которые лезли в драку, ребята, которые ничего не боялись, брали очень интересные пики. Ну, а сейчас это какой-то, не знаю, сейф гейм, что ли, или, не знаю, к новой моде какой-то ребята учат. Ну, ладно, начнем как раз из BBC, с которых мы разговаривали на протяжении тут, сколько уже прошло, не знаю, 30 секунд, наверное, поговорили. Ну ладно, BBC играет у нас за сторону Dire, Падриньо будет катать у нас на Спектре, на Дизрапторе будет у нас играть Леви, Аладдин, тот самый стендын, играет у нас на Огрмагии, В3-3 будет играть у нас на Драгонкнайте на мидлейне, ну и Хаки будет отыгрывать на сложной линии на Тайтхантере. Сторона Dire, команда ВТФ, или же ФВТ. Так, мне кажется, будет получше. Нова играет у нас на Бэтрайдере. О, господи, на Вич-Докторе у нас играет Джин-Джун. Джин-Джун. Отличный никнейм. На аппарате будет у нас играть Си-Кейро. Drive Like Killa. На Эмбер Спирите. Ну и на мидлейне будет отправляться у нас на Инвокере Реал Девайн. Ну что же, начинается у нас игра. Ну и посмотрим, что и как это все будет у нас происходить. По статистике, кстати говоря, я забыл вам сообщить. Ну, BBC сыграли один всего лишь матч в этом сезоне, и для них он закончился победой. Что же касается команды из Германии,
ФВТ сыграли тоже один матч, но, к сожалению, проиграли свой матч. Поэтому пока что без очков находятся они. Так. Ладно, наблюдаем, что у нас будет происходить. Вижу, уже саппорты оттягиваются на мидл-лейн от команды Radiant. Ну и будет заходить спину для V3-3. А это, говорят, плохо для кого-то. Ну, да, убивает ботл и курьера. Все это вместе. Ну и V3-3 начинает нарезать у нас по Вич-Доктору. Вич-Доктор очень сильно просаживается. В принципе, как и V3-3, может тоже погибнуть. Вич-Доктор теперь нарезает у нас аппарата. Ну, мне кажется, не нужно тут заигрываться, да. Ну и V3 отправляется. В принципе, без ботла очень тяжело будет сейчас ДК что-либо делать против ранжевого героя. И я думаю, этот парень должен справиться. Он знает, мне кажется, как играть, как вообще действовать в таких ситуациях. Я думаю, не раз попадал за свои 7 с чем-то ММР. Поэтому, я думаю, этот парень шарит. Эмбер Спирит, третий левел, стоит на линии. Очень неуверенно, я бы сказал, потому что Тайдхантер тоже неплохо напрягает его. Тоже заставляет немножко отходить назад, чтобы не получать дамаж. Поэтому такие вот дела. Ну, в принципе, тут саппорт потянулся, поэтому я сейчас думаю, без проблем будет. Тем временем, проблемы у Бетрайдера или же да. Или же нет. Или же да. Ну да, все-таки Бетрайдер забирает у нас под Риндио. Ну и ФБ достается у нас пик 3. Выживает у нас Дизраптор. Ну, Леви, конечно же, впитал полностью все в себя. Как, в принципе, как всегда. Тем временем, Хаки тоже неплохо так нарезает. Всех, кого он видит. Как я помню, Хаки у нас играл на саппорт. Не, Хаки играл у нас на фармящем герое. Перед какой-то заменой. У нас под линию постоянно ходил в оффлейн. Это я точно помню. Но сейчас, как видим, обменялись с ролями ребята. Ну, к лучшему или к худшему. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. В принципе, одну игру уже ребята выиграли. Поэтому, мне кажется, все-таки это все к лучшему. Потому что изменения. Потому что... что-то новенькое, какие-то новые стратегии, возможно, будет придумывать. Поэтому не будем над этим заморачиваться как-то. Появляется курьер для команды BBC. Да, сразу же отправляется к V3. Несет себе ботл. Он, в принципе, там сапог вроде бы приобрел себе, да. Еще приобрел себе он. Приобрела, точнее, спектра себе у нас урну. Ну и опять выход у нас на Бетрайдера. Бетрайдер получает игнайт. Улетает деревья. Ну, в деревьях он не прячется, видим. Ну, тут очень сильно просел у нас Дизраптор. Ну, Дизраптор выживает. Да, юзает стики, ну и без проблем себя чувствует. Так, ну на мидл-лейне уже инвокер имеет Forged Spirit, а в принципе неплохо уже. Чувствует? Должен себя неплохо чувствовать против ДК. Ну и инвокер, как вы уже заметили, у нас класс Exhort, хотя берет себе еще и Векс. На единичку, ну и трисфер уже имеет. Потому того, что класс Векс на единичку вкачано, всего лишь только экзорт на троечку поднят. Так, ну и вроде как собираются ребята тут на ботом идти, да, на Хаки забегать. Включается флейнгвард, ну очень много дэмэжа получает тут самый Эмбер Спирит. Ну и Хаки, есть банка, примораживаются, да, Хаки, сразу же его... Ой, да ладно! Что это? О-хо-хо-хо! Хаки! Господи, что сейчас было?
как оно не долетело? Это просто жесть, ребят. Ну, начинается проблема сейчас у Бэтрайдера. Но это 3-0. 3-0 в исполнении команды BBC. Двокер на лоу хп тоже уходит. Но от как Хаки выжил, я не могу этого понять. Вроде бы как и... Ладно. Ладно, ладно. Ну, не смогли допилить. Что поделаешь. Так, смотрим дальше. В3 уже приобрел форму, 6 левел имеет. В принципе, неплохо так уже действует. Видим, что инвокер только что прилетел обратно. Ну и, конечно же, не очень хорошо себя чувствует у нас инвокер. Своей линии. Пусть он и ренджевой, но все же что-то не хватает ему, видим. Парад приходит на middle lane. В принципе, тут 4 игрока находятся, но ага, ну, саппорты просто стакают. Кто стакает, кто просто отводит крипов. Ну и выхода никакого не планируется, как я вижу. Нет, нет, нет. Ремнант остался, Эмбер Спирит. На всякий случай. Ну а тут, тут-то Хаки вместе с Саладином выходит у нас в спину. Находит у нас товарища Апарышна. Минус у нас Апарышн. Проблемы начинаются у Вич-Доктора. Минус Инвокер у нас здесь. Ну и Вич-Доктор тоже у нас погибает. Это у нас 6-0 в исполнении команды BBC. Что-то мне подсказывает, что это все у нас быстро очень закончится, этот матч. Потому что немцы что-то сдают. Очень сильно сдают. Ну, пока что ничего не могут предъявить своему сопернику. И... Не знаю. Это плохо, говорят. Очень плохо. Аладдин встрял. Аладдин получает очень много дэмэджа. Это ФБ для команды. ПВТ дальше будет лететь. Да, есть лассо на В3-3. В3-3 тоже тут погибает. Да, еще каска ему там залетела, поэтому вообще ничего не смог сделать у нас В3-3. Окей, два фрага сделали. Команда ФВТ собрались. Окей, что... Дальше. Дальше разбивает Тауэр. Тем временем тут у нас Спектрата фармит. Спектрата 1100 уже имеет на руках. Хаки, в принципе, тоже себя неплохо на линии чувствует. Приходит к нему Эмбер Спирит. Сразу же убегает. Грязь какая-то получается у нас. Ну, инвокер. 1300 имеет на руках. Hand of Midas совсем скоро уже будет. Ну и поможет ли этот Мидас? Неизвестно. Ну, мне кажется, нет. Хаки. Связали. Хаки. Ой-ой-ой, какой же тут выход на Хаки. Все просто бросаются его бить. Ну и минус у нас Тайтхантер. Третий фраг есть для команды ФВТ. А ребят, собрались. Немцы не хотят отдавать просто так игру. Хотят какую-то битвы. Битвы равных. Ну и отправляются они на ботом. В принципе, тут тоже могут они неплохо раздамажить Т1 вышечку. Ну и да и забрать ее, мне кажется. Да, или фортификацию зайца. На мидлейне они, как видим, забрали вышечку. Ну, а как насчет Драйкера? Вэдж через 3 секунды. В принципе, да, есть телепорт от Тайтхантера. Нет, это ВТ-3 делал телепорт. Поймали у нас Эмбер Спирита. Эмбер Спирит уходит на Ремнант. На Ремнант, точнее, есть Глимс. Минус у нас Эмбер Спирит. Или нет, нет. Да, все-таки убили. Дальше идет у нас Аладдин. Видят еще следующих игроков. Ну и начинается самое интересное веселье. Минус у нас Иштапарышин. Также видят у нас инвокера. Инвокер на ЛХП ревейджем. Хорошо все делает у нас Хаки. Ну и, в принципе, остается в живых у нас всего лишь один Бэтрайдер, который вообще был вдалеке от этого всего действия.
Ну и 10-3. 10-3. Становится у нас счет. Неплохо так отвечают игроки команды BBC на эти три фрага, которые они отдали. Ну и Падриньо улетает наверх фармить. Фармить, фармить и фармить. 2200. Ну, спектры. 2300 уже. В принципе, радианс уже не с горами. Поэтому потихонечку-потихонечку-то и будет прибавляться постоянно у нас золото. Ну, Аладдина тут потратили, да. BBC, хаки, даже не стал врываться, просто развернулся, посмотрел на это все действие. Ну и Denied, Вич-Доктор у нас, Дайдин Тауэр на ботами. Ну и ВТ-3 отходит на мидл лейн, имеется у него ПТ, имеется у него барабаны. Дальше мне интересно, что будет. В принципе, БКБ должен собирать у нас ВТ-3, но зная Амара, именно так его зовут, если мне память не изменяет, этот товарищ может все что угодно собрать. Поэтому шутки с ним плохи. Так, Дизраптор делает еще один отвод, три отвода для Хаки. Ну и Хаки сейчас начинать будет фармить. 1900 уже имеется у него норкак. В принципе, до Блиндагера остается всего лишь каких-то 3-4 крипа. Поэтому я не думаю, что составить что-то труда сделать. В принципе, на троечку у него Энши Смэш. Поэтому без проблем сейчас будет справляться. Так, Спектра. 3000 уже имеет. Сверху три игрока команды ФВТ ждали. Не знаю, чего ждали. Ждали, пока кто-то будет выходить на Т1 Тауэр, как-то добивать его. Но не тут-то было. Тут-то было. BBC-то очень аккуратно играют, как мы видим. Несмотря на то, что они ведут, все же ребята как-то сдерживают свою агрессию. То есть не так сильно ее показывают, скажем так. Ну и очень так сейфово играют. Так, в этот 3 спанули. Тайтхолдер! Хороший ревейж залетает по четверым. Ну, Санстрайк попадает по хаке, но не сильно его пробивает. Минус 2 уже есть. Падриньо подключается к драке. Юзает алтимейт, возвращает обратно. У нас Вич-Доктора, минус Вич-Доктор. В итоге минус 3. Вот так вот заканчивается у нас выход на В3-3. На мидл-лейн. Ну, беда. Большая беда для команды ФВТ. Есть телепорт, прилетает сюда В3-3. Есть танчик для Пинвокера. Инвокер у нас погибает или нет? Нет, уходит Гостволк. Правильно, правильно. Ну и выживает, как мы видим. Так, пашется наверх. Не туда ты пашался. А кто ты пашился? Непонятно. Ну и да ладно. Сверху у нас драка-то происходит. И это самое главное, мне кажется. Спектра убивает аппарата. Тут проблемы у Битрайдера. В принципе, как и у Аладдина. Санстрайк точно в цель залетает. Ну и тут, конечно же, круто было бы убить Битрайдера какого-то. Ай-яй-яй. Нашли у нас Падриньо. Падриньо без телепорта, без маны. И Падриньо здесь умирает. Даже не стал, мне кажется, бороться даже. Все же дамаж пассивочки нанес по игрокам команды ФВТ. Там я что-то видел, в курьере находилось. Ага. Что это было? Тут. Ага. Ага. Ну, в стэше. А, нет. Ну, Сакрит, да. Со стэша перенес себе спектра в инвентарь. Остается еще на Радианс у нас рецептик. Поэтому особо ничего такого сложного и нету. Что у нас тут ребята еще дальше фармят? 1100. У Тайтхантера сделали еще даблстак ему. Dragon Knight 1500 на руках. Идет тоже, наверное, сейчас леса фармить. Еще волка себе тут приручит. Приручил бы, если был бы доминатор. А так просто убивает их.
Ну а как дела, мне интересно, у Эмберспирита имеется уже у него персеверанс, ну, дальше фармит, видимо, 900 голды уже имеется, инвокер, хедреска, баклер, ну, через Мидас пошел у нас этот товарищ, ну, инвокер с Миказмом, я еще такого не видел, если честно, ну, все бывает впервые, как говорят. Дед левел у Бетайдера имеется Блиндагер с Транквилами. Ну и тут выход. Тут команда BBC. W3-3. Ждет уже. Ждет самого выхода. Да, пошел леса чекать. Ну, а тут у нас кто? Вич-доктор только находится. В принципе, тут инвокер недалеко. Сейчас должны разобраться, куда идти. И хастаю, заяц, ТТ-3 отблинковывается обратно у нас. Что это вообще такое происходит-то? Где вообще драка? Покажите мне драку. Ну вот, поймали Бетрайдера, который отблинковался. Ну и начинает на Рошана заходить. Точнее, уже зашли на Рошана, начинает его плохо так пилить. Айсбласт залетает. Неплохой. Вот аппарата еще бы чем-то бы сюда тоже залепили бы. Было бы еще круче. Пандриньо уже. Пандриньо, живи. Пусть под ХП остается. То товарища уходит наверх. Боже, от кирпича вернулся как. Очень-очень знатно, отлично от Леви, видим кинетик филд, также шторм туда залетает, ревейдж, всего лишь по одному у нас инвокеру, проблемы у Вич-доктора, Вич-доктор неплохой дезвард поставил, очень больно, минус 2 уже делают команда ФВТ, также очень больно у нас Аладдину, Аладдина, до свидания, это минус 3 в исполнении команды ФВТ, воу, как же так. Ну и по графикам давайте посмотрим. Все-таки отбили Рошана у нас игроки команды ФВТ. Ну и графики, да, более 5000 было для команды BBC. Ну и, как видим, после это все меньше становится. График сейчас, я не удивлюсь, если к нулю перейдет это все. Ну и по экспириенсу тоже к нулю все выходит. Какие по командам на творсу. Уже ничего такого особенного нет. Бетрайдер полетел, нету у него ничего, не знаю, чего он прыгал. Хорошо. Все ясно, ну, понятно же. Ну, пошел алтимейт тут под линию. В принципе, никого не забрал, все были очень фуловые. Ну и в итоге Айгис достается у нас с Эмбер Спириту, есть Клеймор у него. Ну, остается собрать Бродсворд на БФ, ну а потом уже дальше фармить и фармить. Ну и конечно же в драках с БФом намного лучше чувствуешь себя, нанося гораздо больше урона по своим соперникам. Так, Бетрайдер цепляет у нас Леви. Дизраптор. Оп. Ну, Айсбласт не взлетает по Леви. Правда, да, убивается Леви вот у погони. Ну и 11-17, точнее, становится у нас счет. В это 3 заходит у нас на следующую вышечку, начинает ее неплохо пилить. В принципе, видим, что ничего не боится. Идет сам в одиночку. Такое очень такое серьезное решение, мне кажется. Тайтхантер, если что, на подхвате. Имеется у него блинк, имеется ревейдж. Поэтому, если что, да, прыгает и дает ревейдж по троим. И что дальше? Дальше тут, мне кажется, нужно бежать игрокам команды BBC. Проблему в ВТ-3, включает БКБ. И, конечно же, улетает.
не знаю, кажется, все-таки надо BBC вместе сыграть и вместе быстро закончить, чем это тянуть по одному, куда-то идти, показывать свой опыт, свой скилл. Это все-таки не надо. Хаки уже форстаф имеет. Ну, дальше вроде бы по идее рефрешер должен появляться у Тедхантера, но увидим ли его или нет. Вот, в чем вопрос. 12 левел уже Бетрайдер. Второй лассо имеет. БКБ уже на подходе. Ну как на подходе? 400 голды. До рецепта еще фармить. Аж целые 900 голды или 800 голды даже. 800 голды быстрее всего. Это ну такое. Так, БФ появился у Эмберспирита. Ну и что тут мигает на ВД-3, есть лассо для него, сюда же айсбласт, кирпич, боже, все заходит в этого товарища, ну и даже прилетает на спадриньо и начинается. Интересные вещи в исполнении команды Балкан Берса, ну, минус спадриньо, это такое, это просто фора, вы не понимаете, ВД-3 дает станчик по Эмберспириту. Даже еще взлетает мультикаст. В3-3. Бежать. Тут надо. Что-то ребята переоценили свои возможности. Ну, кинетик филд никого не скрывает. Ну, сбили Аегис всего лишь на Эмбер Спириту. И на этом все, как мы видим. Да. Надо просто нужно отойти, отрегениться и потом опять начать что-то делать как-то. Так, кинетик филд. Неплохо закрыли Бетрайдера. Бетрайдер мансуется до конца. И Хаки, ай-яй-яй, гашек не успел дать. Бетрайдер уходит. Ну и выживает тем самым. Еще 800. Эмбер Спирита. Гурмак имеет поинт бустер уже. Что тут еще такого интересного появилось? Ну, Падрини приобрел себе у нас Яшу. Тоже, наверное, видели. Ну и В3-3 БКБ имеет уже 7-секундная. Нет, 8-секундная. Ну и 1000 голды, 1100. Посмотрим, что будет дальше собирать. Надеюсь, что-то такое стоящее, интересное. Ну, в принципе, может Кирас начать собирать. Очень даже неплохо. Хотя, даже не знаю. Так, ну там первый некра. Появились у инвокера. Что же касается остальных героев, БКБ Бетрайдера уже тоже появилась только что, 10-секундная. Дальше Кристаллис появился у Эмбер Спирита, ну и Point Booster Биогар Клаб имеется уже у аппарата. Потихонечку собирает себе Аганим Септер. Ну и, конечно же, побыстрее бы заканчивать BBC. В принципе, они неплохое преимущество было у них. Сейчас это преимущество намного меньше. Если же оно вообще есть, давайте посмотрим все-таки на графике. Ну да, есть еще то самое преимущество, около 2000 по командному нетворсу. Ну, что касается экспириенса, то пока что оно в нуле находится. Так, ну и что же?
BBC оттягивается на топ. Ну, правда, вся команда ВВТ находится у нас на мидлейне. Ну, я не знаю, что ребята собираются делать. Ну, поймали опять у нас В3-3, БКБ подрубает у нас ДК и начинает драться. Начинает драться неплохо так. Даже нарезает по Эмбер Спириту, Айс Бласт, все просто сюда влетает. Гравейдж, минус 2 уже есть в сравнении команды BBC. Дальше летят у нас за Инвокером, ребята. Ну, Инвокера тоже находится. Топ-аут, а сбить-то нечем. Нечем тут сбить. Ну, и Битрайдер тоже погибает у нас. Минус 4 под командой BBC. Вроде бы как за страйк на двоих разделился. Повезло тут по Адринью, конечно же, что Хаки подошел к нему. Ну и вроде как неплохо все начали команда ФВТ, но правда В3-3 очень быстро прожал БКБ, и Власу не удалось влить очень много дэмэджа того самого АДК. Ну а дальше В3-3 просто стал драться, и подключилась его команда. Там, конечно же, очень много всего интересного произошло дальше. Всякие теориты, всякие айсбласты с ровейджами. Конечно же, хаунты от Спектра. Спектра уже Мантастайл себе приобрела. Что дальше тут у нас? Тайдхантер фармит себе на рефрешер. Остается тут еще, блин, Стаффи рецептик, я думаю. Вообще изи. Залетит сейчас. Ну и Гармак тоже фармит себе на Гадим Септер. Остается тут еще сколько? 250 голды. Нет, 350 голды. Ну и в Керасу пошел у нас ДК. Так, ну и аппарат. Аппарат все тоже на том же месте. Что-то не удается нафармить на что-то. На Гадим, я имею в виду. В принципе, два крипа своровал, тут уже 1000 голды имеется у него. Так, ну третий некра приносит себе у нас инвокер. Ну, третий некра это хорошо. Правда, вот в той драке я что-то не видел этих некрономиконов. Почему? Наверное, я забыл прожать. Хотя, возможно, я забыл увидеть их. Есть еще такой у меня. Такая мысль. Так, ну и на ботом приходит у нас BBC. Да, включается форма. Вот В3-3 начинает нарезать по тавру. Ну и неплохо было бы забрать тут команде BBC. Тем временем, что тут у нас? Поймали у нас Мадриньо. Мадриньо очень много дэмэджа в себя вносит. Точнее, получает. Ну, умирает все-таки, да. Умирает, а его ребята тем временем уже заходят на ХГ. Ну и начинает тоже неплохо нарезать. Ох, тавра уже нету. В3-3 дальше стоит, нарезает. Проблемы начинаются у Вич-Доктора. Хороший ревейдж от Хаки. Даже два мультикаста, три мультикаста залетает для Инвокера. Ну и В3-3 дальше пилит вышечку. Это нормально. Это нормально. Тройной мультикаст для Битрайдера минус Битрайдер. Где Битрайдер? Нету Битрайдера. Это так, глаза ладошками надо закрыть. В таком плане. Ну, Керасу приносит себе у нас ДК. Ну, сейчас Керасы, наверное, пойдут все-таки ломать до конца. Все для этого, конечно же, есть. Дэмэдж. Минус армор. Не знаю, там... Что еще? Правильное течение реки. Именно так. Так, первый Alien Staff появляется у Tidehunter, первый, последний, на Refresher. Ну и BBC дальше решает дальше фармить. В принципе,
Не знаю зачем. Как видим, они и без всяких айтемов исправляются. С игроками команды Radiant. Так, Эмер, 700 голды всего лишь. Тут у нас у аппарата не хватает еще у нас Blade of Alacrity на Аганим Септер. Ну что же, ввязывается у нас Хаунд, начинает разбивать всех подряд на Спектра, летает на Синвокер, а вот Ультрайдер у нас не летает, да, потрачено, как видим, забирает этот фраг у нас в Б3-3. Айсбласт еще залетает, ого. Запоздалый какой-то у нас Айсбласт, ну, такое. Так, у нас Леви. Леви находит у нас Эмбер Спирита. Ну, окей. Ребята забивают и переходят они на топ, где стоит последний внешний тавр команды ФВТ. Ну и в Б3-3, ну, до конца. Минус один. Минус два, наверное. Ага, отправили обратно глимсом. Ну да. Инвокер тоже неплохо. Тогда он уже получил равейдж от Клаки. Ну и минус инвокер. Нету байбека у него. А тавр-то добить-то надо. Так, прилетает у нас. Нет, отменил телепорт. Бесстрашный Гетрайдер. Так далее. Ну, Тайтхантер имеет уже рефрешер. Думаю, сейчас перезарядит, ну и будет влетать дальше. Или нет? Ну, BBC отправляется на Рошана. Не знаю. Может, они не хотят заканчивать каким-то численным преимуществом. Ну, видим, явно это не нравится. Все-таки хотят 5 на 5 закончить. Тому подобное, но... Окей. Может, какой-то айсбласт? Хотя нет, Санстрайк летает, опять же, делится на двоих игроков. Ну вот он, айсбласт. Оп, никого не цепанул. Беда. Ну а Спектрал, что у нас тут еще остается? На ривер нафармить 200 голды. Ну и появится та самая Тараска. Так, инвокер 1200. Ничего нового. Тут Бэтрайдер тоже ничего особенно нового не появилось. Эмбер Спирит. БКБ себе собрал. 10-секундная. Ну вот он, Тараску по дыню появляется. Проблемы начинаются у Вич-доктора. Вич-доктор... Ага, ну, окей. Окей. Так, снизу принимает у нас инвокера. Ну, просто жлобятся купить даст игроки команды BBC. Какой раз уже инвокер уходит под гостволком, я уже не могу сосчитать, потому что это было очень много раз. Тем временем два саппорта умирают у нас на мидлейне команды BBC. И пойдут ли дальше? Мне очень интересно. В принципе, есть ultimate у Хаки. Тут у нас ultimate заканчивается в Б3-3. Через минуту будет. Я думаю, все-таки не стоит им идти. И они тоже это понимают. Ну, еще и хаунта нету от спектры. Поэтому вообще не вариант что-то делать.
Тресту Барспирита. Отправляется на мидл. Купил себе рецептик, как я понял, на Дейдалус, да? Да, Дейдалус. Ну и будет волын идти. Я бы так это сказал бы, потому что не остается у него денег на байбек. Как бы не рассчитывает он на это. Спектра. 1200. Дальше фармит на Спадринью. Дальше идет по топу. Ну и, в принципе, там команда тоже подтягивается потихонечку на мидл-лейн и будет, наверное, по двум сторонам заходить. Опять же, как это было с ботумом. Такой же вариант, наверное, будет. То есть Спектра отвлекает на себя все внимание, ну а там остальные четверо игроков идут и быстренько-быстренько ломают одну из сторон. Такс. Ну вот, Падриньо начинает драться. Вместе с двумя игроками, уже три игрока на Падриньо. Зайца Хаунт, также Монтастайл до конца идет у нас Падриньо. Ой-ой-ой, как же ему больно. Как же больно Бэтрайдеру, ну, не спас он, к сожалению. Тем временем, да, видим, тут разрушаются линии. Линия разрушается, где фортификацию юзают ребята. Ну, минус Т3 это точно. Дальше там Падриньо встал после Ваегиса, ну, тоже готов воевать. Ну, видим только минус Т3. Начинается ломаться у нас ранжевой барак. Ну, получается, танчик у нас инвокер. Инвокер вряд ли куда-то уйдет. Хотя, нет, нет, не уходит. Равейдж, вот хаки очень даже неплохой. Второй равейдж тоже залетает. Минус у нас парад, минус у нас вич-доктор, минус два саппорта. Ну, инвокер байбек. Инвокер опять получает стан. Очень много дамжа в него вливается. Минус инвокер. Это good game. Да? Ну, немцы не сдаются. BBC переходит на следующую линию. Им уже не так нужно бояться кого-то. В принципе, тут один Эмбер. Особо ничего не сможет сделать. Ой. Так. 4x мультикаст летает для Падриньо. Оп, оп. Так, ну что же, есть лосо на Падриньо. Падриньо у нас умирает. Дальше идет у нас драка. ДК-БКБ подрубил и тоже убегает. И двойной мультикаст залетает по Бэтрайдеру. Тут нужно решать его или нет. Нет, не хотят ребята. Хаки тоже так ходит. Показывает себя. Ну, тоже умирает, как мы видим. Что у нас в Т3? Идет в бой. До конца. Нет, все-таки не решается. Еще сантрак не попадает. Беда. Беда. Так, байбек пошел от хаки. Ну, тут два барака остаются до мега-крипов в команде BBC. Да, хаки начинает это делать, хотя нет, сбивает. Получает бласт, В3-3 мансуется. Здесь подрубает БКБ, начинает нарезать нос Бэтрайдера. Минус Бэтрайдер. Залетает ситученцы по аппарату. Очень даже больно. Видим Operation, минус у нас Operation, ну и инвокер тоже у нас отправляется в таверну, минус 5 в исполнении команды BBC и где? Не до конца играют немцы. Немцы у нас до конца. Ну, надеется, что что-то как-то кто-то сделает рампейдж из их команды, но нет, все-таки не решаются дальше играть. Good game пишет у нас команда ФВТ, ну и BBC. Вторую победу, свою копилочку заносят. Ну и два матча, две победы. Очень неплохой старт вот этой команды. Посмотрим, что будет дальше. Ну и какими стратегиями будешь, дальше будет играть у нас медведи. Ну, я думаю, только набирают ребята оборотов.
потому что сезон начался, шестой игровой день, и себя показать во всей красе пока что еще не могут.